Ведьми, закриваємо ролик, починаємо. Все до тебе тримає. І сьогодні на вас сьогодні Новий год 2022. Поздравлення не поздравлення не буде, зараз буде коло. Я обіцяю, що за этот год 2020 я буду вас радовать крутыми роликами. Это ролик крутой. Вот, смотрите, мы сегодня будем вот это все проверять и вот это. Кстати, давайте начнем с бород. Их там есть две. Давайте откроем и посмотрим. Кстати, у меня куртка. Давайте начнем. Вот такой. Давайте. Где открыть их две? Короче, я понял, эта маска не подходит. Смотрите. Ладно, это мы уже убедили. Открыли. Давайте дальше вот это. Это уже такое вот не открытое. Дверь мы их обязательно должны. А, садись. Вот открывалось-то. Это целый парик, даже можно как сказать. Ладно, давайте как это. Толкает. Как? О. Ребята, это мне больше, да. Это мне ласка по уши идет. Давайте следующее. Так, давайте проверять уже вот это. Давайте проверять. 3, 2, 1. Я в нем. Затем. Ну, вообще нормально, да, это. Ну, прям нормально. Переходим к следующему. Так, давайте дальше. Парик! Точно! У нас есть парик! Ребята, извиняюсь. Так, парик. Рыжа сверху. Я в синих волосах. О, господи, все. Пошли дальше. Давайте, все, ребята, сейчас 3, 2, 1, я буду королем. 3, 2, 1. Хо-хо-хо, мои внучата, ладно. Короче, такой принц, сейчас я буду рабом. Все, я его раб. Я раб. Блин! Ну все, переходим дальше. Дальше давайте маски. Давайте маски. Так, давайте вот эту страшную масочку. Минутку, буквально минутку, подождите. Ладно, ладно, не пугайте, я сразу так, чтобы вы не пугались меня там. Давайте дальше, что там? Да, на очереди давайте у нас пойдет вот такая вот палка, сралка, так, так, и что прикол? Типа что у нас свистит? Ладно, не понимаю прикола. Давайте следующее. Копье, да, копье. Вот. Представьте такую ситуацию, что дальше. Ну, ха-ха-ха. Вам хана. Ваше племя не выживет. Но копье. Да, копье. Ха, всех убил. Наконец-то я смогу покушать нормально. Так.
руки в ноги, и все. Опа, опа. Опа. Сейчас иду по дереву. Хо, хо, хо. Так. Блин. Пол. Следующий мячок. Хо, я лыцарь, меня не побелишь. Да, на, 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 на. Пусть там чуть-чуть. На, 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 на. Ладно, вот такой вот прикольный меч. Это вообще-то не так вот рвать, а... Вот такой вот рвать. А я не понимаю, как это рвать. Вообще, я думаю, это... Такой вот рвать. Ладно, мяч мы тоже смотрели. Переходим к шлему. К шлемику, как я здесь уже ожидал. Долгожданно. Здрасте, я Деспер, чаще буду воевать. А так же помню. Всем привет, с вами я, лыцарь, и меня никто не победит. Да. А, это шука. Шука. Всем привет, меня тут лыцарь, и я сегодня скрафтил копье. Помните, в прошлой части я вам показывал короткое видео с мечом. Он вот у нас там лежит. А сейчас проверяем копье. Крестрючий, я шучу. Ребята, я, кажется, шел с ума. Я реально не тримаю. Одна рука, вторая рука. Тримаю камеру. Я сейчас реально. А вот что она трималась. Я думаю, за что она трималась. А вот что за она трималась. Ладно, давай снимать со шлема. Шлемик вот сюда. Новая партия подошла. Какой-то арбалет. Я не знаю, что это даже арбалет. Это я так... Ну, это на утку. Типа такой ставят. Ты на утку и рыбалить. Ну, может, я ошибаюсь. Я. А может, это типа видео-рута. Да, да, да. Или я реально не знаю. Я реально не знаю, что это такое. Ладно. Аж надо. Значит, положил. А что ты меч туда не положил? Непонятно, непонятно. Так, ну а теперь я дальше. Мотыгу. Мотыгу. Давайте проверять. Деревянная. Так, ну не сказал бы, что дерево черное. Ну вообще-то покрашенное. Дерево засечь. Такая вот здоровенная мотыга. Не сказал бы, это мотыга, это все. А ружье как убивать людей. Покажите. Это визирка. Я сейчас попробую. Ах, оно очень тяжелое. Я, смотри, попаду. Попал! Рвато попал. Добрый вечер, я попал. Ладно, такой мотыга. Прикольная, да? Да, прикольная мотыжка. И наш разочек идет щит. Вот такой вот. Сейчас я покажу, как выглядит. Вот так у них все. Чекай, сейчас найду. Вот так вот выглядит. Можешь все тщательно посмотреть. Вот. Вот. И давайте теперь возьмем его в ручки. Рукички. Ой, кучи, что тяжелый. Добрый вечер, я на спеч. Кто еще? Надо шлем взять. Не падай. Все, теперь настоящий враг. Почему без меча? Потому что я камень держу. Все. Ладно, ребята, в таком я вовремя заканчиваю. Реально, как ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это обязательно, нам нужно расти на канал. Ставьте лайк, подписывайтесь. У меня тут кек. Всем пока-пока.
Ух!